Играл в театре с 1890 года в городах Рыбинске, Твери, Костроме и других. С 1898 по 1913 год в Московском художественном театре в 1906-1913 году занимался частными курсами драмы Адашава, на которых в том числе преподавали Л. А. Сулержицкий, Р. В. Болеславский, В. И. Качалов, В. В. Лужский, Н. Н. Литовцева. В числе окончивших курсы Е. Б. Вахтангов, С. Г. Бирман, В. В. Готовцев, М. А. Дурасова. С 1923 по 1927 год преподавал в театральной школе Киевского русского драматического театра.